Ти не обходится без иронии судьбы. Моя родная теплотрасс. Да. Удвоила капитал. Эй, товарищ. Эй, вы кто? Что я тут сплю? Эй, вы кто? Что вы меня дергаете? Вы кто такой? Я тут сплю. Ну-ка, вставайте быстро. Да, отстаньте от меня уж. Что вы меня дергаете? Я вас сейчас из чайника прямо... Прямо как из чайника вас... О, тепленькая пошла. Тепленькая? Я скипячу, падла, будет тебе тепленькая. И не надо кипятить, что я вам доширак, что ли, чтобы меня кипятком? Вы кто такой вообще? Да я тут живу в теплотрассе с мамой. Нет, это я живу в теплотрассе с мамой. Поздравляем, мы вместе с вами живем в теплотрассе. Ну-ка, быстренько вставайте, да что вы здесь делаете? Что вы меня дергаете все время? Что вы ведете себя, как оголенный провод? Я здесь живу, понятно? Вам. Как вы сюда попали вообще? Как я попал? Очень просто. Каждый год, 31 декабря, мы с друзьями идем в баню. Мыться? Почему мыться? Скручивать медные вентиля. А почему только 31 декабря? Потому что все остальное время баня стоит без вентилей. Безобразие, куда смотрит ЖКХ, их нужно реформировать. Ну-ка не ложитесь вообще, ну-ка да быстро. Что вы ко мне? Объясните, как вы сюда попали вообще? Это мой дом вообще. Это моя теплотрасса. А почему вы переставили коробку из-под телевизора? В ней спит моя мама. Начинаем догадываться, да? Боже мой, вы взяли... Боже мой, а что с трубами? Вы взяли и переварили распределительный узел? И пустили обратку по второму контуру? Это сейчас получается, все лужники останутся без горячей воды? Что вы ржете? А что вы смеетесь? Что? Вы думаете, что вы в центре Москвы? А по-вашему, где я, синенькая моя? Сейчас. Я сейчас вам покажу. Что вы мне можете показать? Не знаю, показать. Где он. Сейчас я сейчас что покажу. Что вы мне можете вот показать? Что это такое? Что? Вот. Что? Читайте. Что? Читайте, читайте. Водоканал города Химки. И что, вы намекаете, что я еще могу читать? Я намекаю, что вы за МКАДом. Вот документ, между прочим. Как за МКАДом? То есть я здесь за МКАДом, а мои друзья там, в Лужниках, встречают новый день без меня? Вот и давайте к своим друзьям. Никуда я отсюда не пойду. Я буду здесь. Ну как здесь? Вы не можете здесь находиться. Сейчас придет мой друг, инвалид. Быстро. А я не боюсь вашего инвалида. Пусть вот приходит. Сейчас придет инвалид, и вы узнаете. Не боитесь. Инвалид. Ну, здравствуй, Наденька. Держи. Что-то сегодня затекла. Слушай, инвалид. Надь, подожди, ну почему у тебя люк на распашку, ну? Ну, понимаешь, тут такая история. Ты сейчас умрешь со смеху, инвалид. Приходил Собянин, нам дают квартиру? Нет, тут такая история, понимаешь, как бы... Подожди, Наденька, у меня для тебя подарок. Ой, ну зачем же? Ну, это же такие траты. Спасибо. У нее алюминиевый корпус, прямо как у спорткара. Ты никогда не умела плющить паки. Ну, молодец. Поснимем вот так, смотри. Вау. Спасибо. Слушай, тут такая история. Я, понимаешь, прихожу домой, а вот тут это. Вот. Хороший подарочек, но как он сюда попал? Как я попал? Очень просто. У меня лом подошел к люку. Ага, значит... Ты дала ему свой лом. Я ничего не давал. Да какой же вы тупой. Я своим ломом вскрыл ее люк. Ага, значит, он своим ломом вскрыл твой люк. Боже, я рогоносец. Инвалид, ну ты вечно своими аллегориями накручиваешь себя. Ничего такого не было, понимаешь? Он просто перепутал теплотрассы, вот и все. Хорошо, пусть я накручиваю себя, пусть он перепутал теплотрассы. Но то, что люк другой, он не мог не заметить. Да точно такой же люк. Чугунина, 15 рублей кило. Ну ты сейчас у меня получишь. Инвалид, за что, за эти вопросы получишь? Ой, пожалуйста, инвалид. Ах ты! С
Славка! Безбородый! Да! Наденька, это же Славка Безбородый! Инвалид! Славка! Инвалид! Боже мой! А вы мне сначала не понравились. А вы мне и сейчас не нравитесь, честно слово. А как ты сюда попал? Я не хочу рассказывать, а как ты? А я не хочу рассказывать. А хрень я расскажу. Квартирами не расставайтесь. С квартирами не расставайтесь. С квартирами не расставайтесь. Их могут отобрать у вас. И договор всегда читайте, и мелкий шрифт всегда читайте, и у юристов проверяйте, когда дают кредит за час. Слушайте, я думаю, все-таки надо закрыть люк, а то ходит всякая шушера по теплотрассе. Ну-ка, как она попала?